9 июня в России широко отметят юбилей Петра I. Торжества в честь 350-летия императора пройдут и в Саратове. Петр бывал в нашем городе. Фактически, государь положил начало саратовской агломерации. В 1701 году он своим указом даровал городу вечное пользование все земли, которые находятся от города в окрестности 40 верст по левому и по правому берегам Волги. В другой свой приезд в 1722 году император сходил на берег, поднимался на леса Троицкого собора. Идея увековечить память об этом событии была озвучена еще 5 лет назад. Визит императора нашел отражение в картине саратовского художника Вячеслава Курсеева «Царь Петр в Троицком соборе». Презентация полотна прошла в Саратовской областной думе. Показ картины проходил в рамках масштабного проекта «Имя в саратовской истории». Его инициаторами выступили информагентство «Взгляд.Инфо», компания «Сарград», а также ученые-историки. Сарград построил на пересечении улиц Лермонтова и Московской деловой центр. Он получил имя Петровский. Здание органично вписалось в ансамбль Музейной площади, центром которой является Троицкий собор. Фасад Петровского украшают витражи с изображением императора. А на входе установлены скульптуры основателей города – Федора Турова и Григория Засекина. Замысел проекта «Имя в саратовской истории» – увековечить память о знаменитых саратовцах, которые прославили наш город. Из более сотни претендентов исторических личностей специальное жюри отобрало 25 кандидатов для голосования. По его итогам читатели «Взгляда» сформировали семерку победителей. Бронзовые барельефы Петра Столыпина, Юрия Гагарина, Николая Вавилова, Алексея Боголюбова, Николая Чернышевского, Семена Калистратова и Василия Разумовского теперь можно увидеть на Петровском. Над их созданием, как и над композицией всего фасада, целый год трудились специалисты арт-студии «Классико». Отметим, что в рамках проекта «Имя в саратовской истории» еще тогда озвучивалась идея создать на площади у речного вокзала Петровский сквер. Его торжественное открытие состоялось в этом году. В июне 19-го губернатор Валерий Радаев предложил отпраздновать 300-летний юбилей приезда государя в наш город. Эта идея получила поддержку спикера Государственной Думы Вячеслава Володина. Обустройство территории велось силами предпринимательского сообщества. В частности, в создании сквера приняли участие президент АО «Шелдон» Байтимир Шамхалов и гендиректор ООО «Эра» Эдвард Арзуманян. Сквер Петра I стал еще одним знаковым местом отдыха для саратовцев и гостей нашего города.